В следующие выходные Чебоксарам исполняется 552 года. Многие мероприятия и праздничные конкурсы запланированы онлайн и на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер безопасности. С 11 по 15 августа пройдут бесплатные экскурсии в речном порту, по музею под открытым небом, на Красной площади и по обновленной Московской набережной. Поздравить любимый город с днем рождения каждый чебоксарец может в соцсетях. Достаточно разместить свою видеооткрытку с хэштегом «Чебоксары-552» до 15 августа. До конца месяца также можно будет принять участие в фотоконкурсе «Я и город», выложив фото на своих страницах ВКонтакте, Инстаграм или Фейсбук. Главное, чтобы снимки были сделаны на фоне достопримечательностей столицы, а пост сопровождали два хэштега «552 фотоконкурс» и «Чебоксары-552». Итог жюри подведет 1 сентября, а зрители смогут определить своих лидеров голосования. Организаторы пообещали составить рейтинг самых популярных у конкурсантов локаций столицы Чувашии.